холстер, сокращенно AH, это настоящий подарок как для сотрудников спецслужб, так и для полиции. Ее главной фишкой является возможность заводить пистолет прямо в кобуре, тем самым сокращая время приведения оружия в боевую готовность. Выхватили пистолет и сразу стреляете. Система очень простая. Кобура имеет запирающий механизм в виде так называемой крышки. Вы берете пистолет, надавливаете вниз, тем самым взводя затвор, и крышка откидывается, позволяя вам извлечь оружие. Если же взводить затвор вам не нужно, к примеру, оружие уже взведено, то нужно слегка надавить на пистолет вниз, и защелка также откроется. Такая система позволяет управляться с оружием одной рукой, что будет удобно в сложных ситуациях или, например, для щитового. Для избежания случайного открывания кобура имеет предохранитель в виде рычага, который не позволит крышке открываться, даже если кто-то попытается выхватить ваше оружие. В целом это уникальная конструкция, которая делает шаг вперед по сравнению с тем, что сейчас предлагают на рынке. Разумеется, такая кобура требует некой тренировки, чтобы привыкнуть к ее механизму. Однако после этого ничего другого вам уже не захочется. После первого полевого тестирования мы взяли короткое интервью у бойца одного из спецподразделений, чтобы узнать его впечатление о кобуре. Протестировали мы кобуру, значит, что по весу она, в принципе, как и аналоги, может быть легче, конечно, некоторых. Вот. Понравилось и непривычно то, что у нее досылается сразу патрон в патроне. Вот. То есть сокращается время. Не нужно самому уже досылать руками, то есть это одним движением все делается. Вот. Ну, нужно дальше тестить ее, то есть в более жестких условиях. Сейчас мы просто ее, скажем так, в тепличных отстреляли. Вот. Что бы хотелось добавить к кобуре, это сделать немножко длиннее вынос. Потому что он короткий, ну, немножко неудобно с боевым поясом его носить. Вот. Ну, на данный момент, как бы, пока это, наверное, все. То есть, когда уже более жестко мы ее протестируем, уже будет видно, когда с ней поползаешь, когда она забьется песком, грязью, как она будет себя вести дальше. И тут сразу могу добавить, что с момента съемки видео прошло больше месяца. Я специально тянул с выпуском, чтобы кобуру хорошо протестировали и сказали, как она себя повела в боевых условиях. И надо сказать, что я получил только положительные отзывы по всем пунктам.